Во-первых, в Москве у меня есть несколько песен, а вот в тех городах, про которые я еще ничего не написал, там обычно приходит записка, спойте песню о... напишите песню о нашем городе. И как-то... я не знаю даже, как это делается. И вот мне подсказали даже, мне в Вологде пришла записка такая. Год назад после на вашем концерте мы просили вас написать песню о Вологде. На что вы ответили, мол, нужны яркие впечатления. Так вот, я согласна. Конкретный такой. Вот, мы, конечно, споем те песни, которые пока нигде не записаны. И, в общем-то, если вы нас как-то сориентируете, мы споем что-то из старых. Позабытого чувства гольфстрим шелохнется во мне откровение, словно к нам, когда мы уже спим, перепутала дверь вдохновение и вошло по случайности в дом, где все тихо, опрятно, заслужено, и как бабочка в светлом былом в каждой строчке засушена. Это лето в небе распятое, это осень моя 45-я, и к зиме подплывающий сад, в тихой грусти травы догорающий, безучастным твой делает взгляд, увиданье листвы наблюдающий. Но как детям нельзя не играть, нам не верить нельзя в воскресенье, невозможно себе не соврать, не соврать во спасение. Это лето в небе распятое, это осень моя 45-я. Но бывает, что вдруг принесет непонятно каким дуновеньем легкий запах, и все оживет, и надежда прогонит сомнения, и опять разольется гольфстрим, и охватит теплынь, как весеннее. Просто мы отчего-то грустим, просто нет настроения. Распятая, это осень моя 45-я.